Ночной режим, если я понимаю, при входе не измеряется никаким образом. Работники этого автосалона не измеряют температуру посетителей на входе, а на полу отсутствует разметка безопасной дистанции. Такие нарушения обнаружили ревизоры по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции. Химкинский депутат и работник управления предпринимательства и потребительского рынка убедились, что в автосалоне есть санитайзеры, маски, а 80% сотрудников вакцинированы. Все остальные недочеты ревизоры рекомендовали устранить. Чуть внимательнее нужно будет смотреть за входом. Потому что поток людей иногда большой и не всегда оперативно получается, соответственно, всех ходить. Ну и, соответственно, следить за тем, чтобы маска была правильно одета, потому что у нас немногие граждане, к сожалению, да, там, допустим, вот как раз. Можно вас, пожалуйста, попросить на нос натянуть масочку? В соседнем автосалоне все рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению мер профилактики инфекции выполняют. Отсутствует только разметка. Руководство автоцентра сослались на проведение ремонтных работ и пообещали устранить недочеты в ближайшее время. Мы довольны, что наши предприниматели и руководство автосалонов нас слышат, понимают и потихонечку устраняют все недочеты, на которые мы их указываем. Мы ходим в рамках рекомендательного характера, чтобы предупредить наших предпринимателей о том, что если к ним нагрянут профильные службы, либо какие-то надзорные органы, то они могут быть оштрафованы на большие штрафы, а там штрафы предусматривают... Я думаю, что до 500 тысяч. Подобные рейды по автосалонам депутаты и работники администрации города проводят раз в неделю. Во всех остальных торговых точках и на предприятиях сферы услуг «Химок» соблюдение требований Роспотребнадзора проверяют ежедневно.